хава. Сотка. Палац культуры. Красиво. А они хотят ее снести. И здесь, в самом центре, тоже копают, как и в наших Катовицах. Ёлки-палки. Все впечатление вот портит вот это вот все копание. Палац культуры. Какой красивый. Правда, здесь все ремонты. Такие небоскребчики. Красопета. Немножечко красоты, но вот солнца нету, в тучах как-то некрасиво. Ну-ка, давай. Вон еще там этот красавчик. Вот нельзя его сносить. Как же можно это сносить? Это же вот так красиво, он такое монументальное. Этот палац молодежи. Вот там вот, чего там написано? Конгрессово. Ну. Варшавские-то эти башни. А. Одна, а. Вторая. Да. Молодцы. Еще он такое, столько места занимает. Это вот туда еще идет. Вот сюда. Реставрация, клуб музычный. И вон прямо. Ой. Да. Классно. Это мы около вокзала, тут вот это вот что-то, я не знаю, или это торговый центр какой-то, или это вход в вокзал. Ну, что-то такое, и стекла такое волнистое. Вот, и это прямо вот напротив вокзала, вот это вот. Вон огромный, туда он еще идет. Вообще, как для императора это построили. Да. Варшава центральная, это центральный вокзал. Вот старый, да. Варшава. Да, все, конечно, Шередмещино. Это вот все... это восстанавливали, да, эти дома? А все, да, тоже все, ничего не было. Все это после войны построено. Да, конечно. С Катовицами с нашими. А что, Шередмещино стали, как наши Катовицы, да? Ну да, нет, но я, это тоже все было разбомблено. Это тоже построено, все от войны. Тут же ничего, камня на камне не осталось. Идем к какой-то Варшавской улице. Что за улица? Шередмещино. А, это вот... Аллея Иерусалимска. Просто гуляем. Конечно, улицы широкие здесь. Все другое, и дома другие. Мне даже кажется, люди вот здесь... по-другому выглядят. У нас на Шлёнске они другие. Да. У нас больше шлёнзаков. Ну, мне так кажется. Ну, идем. Длинный-длинный. Мы уже, наверное, километров черт знает сколько прошли. Чемпионат мира. Вот. А здесь вот чемпионат мира был. Здесь вот по футболу. А, Европа. Здесь нападали польские на российских. Российские на польские. Или на российские. А этот дом очень нравится. Вот прям вот рядом с мостом, а по мосту поэтому ходят трамваи, автобусы. И вот живешь, а у тебя постоянно здесь. Тук-тук-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А вон этот железнодорожный мост. Где? Прям такие национальные. Ну, короче, идем. А что мы идем? А, мы Вислу хотим посмотреть. Вон поезд идет, так. Вон, да. О, дошли до Вислы. Ну, железнодорожный мост. Да, железнодорожный мост. Вот тут. Трамвайчики там ходят. Но, честно говоря... Я что-то думала, она такая же широченная, как Днепр. Вот мы когда были в Киеве, ух, там Днепр вообще.
там вода синяя. И вода синяя. Посмотрели. Мы были у истока Вислы, а теперь вот... Что-то вот мы все шли-шли к Висле, спустились к этой Висле, а тут даже не посидеть. Какой-то необлагороженный абсолютно этот самый пляж, что-то какой-то песок, нигде нету, ни скамеечек, что-то, вообще не знаю. Одноразовая. Река какая-то такая. Ну, может, она только в этом месте, может быть, где-то здесь есть пляж такой. Но да. Не похоже на песню «Гейты Висла голубая». Так, возвращаемся. Еще по другому мосту, вот такое, на растяжках. Его, наверное, недавно только сделали. Ну, то есть, сделали давно, а облагородили. Такой мост. Нам надо вон туда, где вот те вот высотки. Прогулялись, называется. Мы вон по какому мосту шли? Через этот. Дальше. Мы вон шли. Да, железнодорожный. Железнодорожный, там через железнодорожный еще мост. Такой сделал кругаль. Вон тот стоит катер. И теперь возвращаемся по этому мосту. Офигенно. Сплошные мосты. Так, вот еще одна какая-то улица. Улица Тамка. Вот. По Варшаве ходим, смотрим. Такой ничего, приятненький городок. Город, конечно, не городок. Ну, хороший, спокойный город. И смотрим, такой домик, такая стена. Оказывается, это музей Фредерика Шопена. Ну, мы, естественно, уже и не пошли туда. Польская академия это не наук. Документы. Это кто у нас? А, ну да. Кто? Михайлай Коперник. Земляк, да? Родаться. Университет. Вот это университет? Да. Университет. Где-то здесь. Ну вот, что-то не видишь, вот написано. Она сюда ездила, наверное, да? Ну, может быть, здесь разные факультеты, я не знаю. Но это, наверное, главный корпус, что ли, как-то здесь считается. А почему черный флаг у них? А черт его знает. Мы зашли внутрь университета чуть-чуть посидеть на скамеечке, отдохнуть. Так, долго, много не будем ходить, но вот так. Такой двор, территория такая не очень маленькая. И можно услышать здесь очень-очень часто русскую речь. Это плац Йозефа Пилсудского. А это что? Всегда. Даже солдаты стоят. Вечный огонь. Что-то написано. Здесь вот на всех этих досках все-все выбиты даты, где вальчили поляки. В парке товарищ детей развлекает. Такие большие мыльные пузыри делают. Сейчас раздуют. Ой, не получается. Ой, дети рады. Все-таки маленькие получаются. А, она разные станции.